Яркая, стильная, смелая в цветовых решениях. Елене нравится экспериментировать. Осень – любимое время года. Уверена, несмотря на прохладу и дождливые дни, можно быть неотразимой. Шарфы, палантины, снуды, платки – в этом главные помощники. Я, во-первых, считаю, что снуды – вот это вообще атрибут первых модниц. И они должны быть у всех. Они, да, вот такие у нас заматываются, круглые. И так как я работаю педагогом, мне нужно беречь голосовые связки. И я горло свое утепляю всегда. Сейчас это легкий вариант, но зимой его можно одеть под жакет, да, и как бы весна снова с нами. А уже когда осень и похолоднее, можно теплые варианты. Закутаться потеплее и прогуляться с подругами по осенним паркам. Палантин и длинный шарф можно подобрать ремнем, и у вас необычная теплая жилетка. Яркие шали крупной вязки лучше всего просто накинуть на плечи или повязать с легкой небрежностью. Шерстяные платки в русском стиле актуальны во все времена. Цвет и вариант ношения любого шейного аксессуара зависит от строения фигуры, размера и материала. Для женщин с пышными формами лучше всего подбирать шарфы из тонких материалов. А для худеньких там, в принципе, не имеет значения. Это можно будет и крупную вязку, и тонкие ткани, все равно. Главное, чтобы аксессуары подчеркивали цвет глаз и подходил под тон лица. Яркие цвета выбирают харизматичные натуры. Рисунок в продольную полоску визуально делает фигуру стройнее. Полотняные и шелковые шарфы больших размеров лучше укладывать свободно. Делаем вот так и вот так. Идеально под косуху подходит. И можно просто под жакет или под курточку. Французская петля, узел-восьмерка, дольче-габбана. Способов и узлов не перечесть. Платки используются как головной убор, украшение вместо пояса. Главное – не бояться фантазировать. Маленькие платки могут украсить вашу прическу. Их можно носить вместо бус, одеть как браслет или украсить вашу сумочку. В этом сезоне актуальны базовые оттенки, сдержанные цвета – бежевые, молочные, нежно-розовые. Главное, чтобы шарф вам нравился и согревал. Ведь что бы вы ни носили, улыбка и хорошее настроение сделают красивой любую женщину. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».